ну, то, что я пишу, я не считаю стихами, это скорее такой способ выговориться, не более того, но следующее стихотворение. На меня очень повлияло знакомство, близкое знакомство с одним человеком, тоже около года назад, даже больше получается. Вот, и оно очень, ну, не скажу, что это какая-то вещь стоящая, просто, я не знаю, захотелось прочесть. Смешно смотреть на преобразование людей в глазах, что слепо верят. Под гнетом планов и идей настигает очарование потеря. Смешно смотреть, как лицемерят те, кем восхищались. Как забавно нынче в темноте с разумом расстались. Смешно смотреть на странную изменчивую сущность. Смешно. Но если бы вы знали, насколько не нужна мне эта мудрость.